вот предназначение, оно не только связано с тем, о чем вам нравится говорить. Вы готовы за это даже приплачивать, дорогие друзья. Вы готовы этим заниматься бесплатно и даже приплачивать, как я. То есть при зарплате в 14 тысяч рублей я арендовал вебинарную комнату, в которой мы проводили вебинары. То есть я еще за это платил. То есть просто к сравнению, да, я за спортзал платил 500 рублей тогда. То есть мне пришлось поменять его. То есть мне пришлось поменять спортзал за 3000 рублей на спортзал за 500 рублей. И вот 300 рублей я давал за комнату для вебинара. То есть я давал даже деньги за то, чтобы иметь возможность говорить людям о том, о чем я не мог молчать. То есть ваше предназначение связано именно с тем, еще один инсайт, чем вы могли бы заниматься даже бесплатно. Ну, то есть на каком-то этапе вы можете это делать даже бесплатно. Вот так можно проверить. Я это делал полгода. Ну, полгода имеется в виду активно. Активно это 4 раза в неделю.